Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дэйчима. Я тебя вижу. Я вижу тебя. Нифига себе, это что за пушка такое у тебя? Винтовка. Вообще, Дэйч, у многих возникнет вопрос, где мы с тобой находимся и что это вообще? Почему, что, где мы? Это секретный сервер, который находится в разработке. Короче, я понял. Мы сегодня с тобой... Чисто. Куда? Подожди, да, я людям расскажу, какие неписи, нельзя их показывать, они еще не готовы. Короче, мы с Дэчима и еще несколькими людьми, там, Кот, Найт и еще другие, ведем разработку, короче, серверов новых, интересных. И этот сервер, короче, он называется, типа, колония, тут будет выживание, будет оружие, разное оружие, будут всякие задания. Че ты там делаешь? На тебе мой коронный пистолет. Подожди, это надо выкинуть? Он пафосный. Офигеть, это типа как скины, да, в CSGO, он такой размулёванный. Так, а ты что думал? А я могу тебе? Ну, есть. А, ну, конечно. Нифига меня оглушило. Короче, в городе нельзя PvP-шиться, я понял. Ладно, сейчас немножко заспойлерим, немножко покажем. Короче, сервер называется «Колония». Открытие совсем скоро. Я думаю, мы в течение уже месяца доделаем его. Тут можно будет качаться, добывать всякие ресурсики, убивать мобов, проходить задания. Будет книга квестов, короче. И... Ух ты, тут какие-то карточки по левелам, я смотрю. Подожди, что за улучшение кирки? Я в него табличку поставил. Классно. А, вот табличка моя, подожди. Надо на него ткнуть топором. Топором тебе, дыч. А я не могу в него ткнуть, представляешь? Не могу его открыть. У меня, наверное, опки нет. Права мне выдай, права! Выдай мне права. Нет, я не могу с ними общаться сейчас. Ну ладно, суть не в этом. Сейчас Дэйчима... О, Дэйчима выдал опку, можно общаться. Нет, я не могу с ним общаться, Дэйч. Это ты какой-то корявый. А я корявый, все понятно. Вот. Тут, короче, неписи мы расставим по-другому, конечно, они просто так пока стоят, у них пока имена появляются, что они будут делать, появляются. Есть шахты некоторые, которые можно будет скапывать, вот эти вот, например, ты копаешь, добываешь ресурсики, добываешь, вот, она потом регенится и сдаешь потом ресурсы неписи. Потом есть второй левел шахты, третий левел шахты. Если кому-то не нравится копать, он может пойти добывать, там, не знаю, пшеницу, например, или тростник, да? Да, это в другую сторону. Вот, я бегу уже показывать. Вот, тут, короче, у нас есть пшеница, тут можно ее тоже добывать, тоже регенится все дела. Есть идея, держи. Что там? Что у тебя? Ты что мне подсовываешь какие-то убер-сильные пушки? Ну... А как прицелиться? Левая кнопка мыши. Опачки. Опачки. А ну стой на месте, я тебя чпонькну один разочек. Стой. Оп, я попал. Ой. Ой-ой-ой, смотри, я случайно еще столб снес какой-то. Вот. А далее, что еще тут у нас будет интересное? Будут... пойдем за город выйдем. Покажем, кто там есть. Ночью вообще такая темнота, что вам вообще не снилось. Это просто как вот хуже, чем Deep Dark. Вот. Там будут сундучки. В сундучках можно находить разные плюшечки, вещи. Вот смотри. Так, рестарт сундука 15 минут, а это тестовые сундуки. Оп, смотри, Дэйч, я нашел ботинки. Я уже вышел, выбегай. У меня есть гамбургеры, ботинки. Ботинки морпехов, рожок какой. Курица! Я нашел курицу в сундуке. О, и шлем. Сейчас я на себя это одену. Оп, одел. Я жду тебя на выходе из города. Так он смотрел, меня замедлил немножко. Я стал медленнее бегать в этом шлеме. Наверное, броню дает, а забирает скорость. Смотри, как темно, пипец. Что ты там делаешь? А, конечно, я знаю, ты меня хочешь убить. Да, там уже приватно. Там уже PvP начинается, я понял. Нет, я пойду искать сундуки, короче, сейчас я буду выживать. Карта огромная вообще. Очень много разных интересных локаций, мест, где вы можете добывать ресурсы, убивать всяких зомби. Тут даже... Ты еще можешь найти мне этот, как вон, очки ночного зрения скинуть? Мне кажется, это тут неписи стоят, ты на них Это мои тест-неписи, ты можешь их открыть, там специальное оружие. А, тут бесплатные гранаты, отлично. Базука, офигеть. Вообще, короче, сервер, мне кажется, у тебя длинный ствол, бэч. На тебе мой ствол, боже. На тебе кирпич, а мне ствол. Он такой длинный, смотри. Смотри, видишь? Это, знаешь, это нечестно немножко менять кирпич на ствол.
Короче, если вам нравится идея вот такого вот сервера с заданиями, где можно будет убивать друг друга, добывать всякие сундучки, искать и прочее, короче, ставьте лайк, пишите комментарии. Если у вас есть какие-нибудь классные идеи, вы можете тоже написать. Короче, я знаю. Сервер будет у нас, по сути, как RPG-шный получается. Мы переработали немного... ХПшки вон там вверху показываются. Прокачка будет ХП. О, ты мне Night Vision дал? Да. Зачем? Так быстрее. Да я нет, мне нужны очки ночного зрения. Ой, ладно, ладно, сейчас. Давай. Вот. Кроме задания. Предметов ты не представляешь. Подожди, я говорил про ХП. ХП, короче, будут расти в зависимости от вашего уровня и опыта. То есть, если вы будете, там, не знаю, 4-й левел, вам накинут еще 2 лишних здоровья. Вроде бы мелочь, а вроде и приятно, потому что если найти каких-нибудь зомби, которые тут есть бешеные вообще, прям бешеные-бешеные. Это тебе надо вперед побежать, там, где мобы спавнят. Я боюсь туда идти без тебя. Ну ладно, пойду. У меня же есть на пистолет. На тебе пулемет. Стой. Вот тебе пулемет. На тебе книжку. Где мой пулемет? Вот он, пулемет. О, там патроны есть. Ой-ой-ой, отдача очень сильная отдача. А вообще я вроде бы в ГМ сейчас нахожусь, нет? Я в ГМке, вон да, написано. Ты в ГМ. Да, чтобы меня убили зомби. Вот, короче, мы решили просто в этом можешь видео показать... Можешь взять мой коронный пистолет, а в нем есть фонарик. Ранчо. Я, короче, дошел до локации ранчо. Тут очень много хрюшек. Кстати, некоторые крафты будут оставаться, вы сможете добывать... А, ну они на меня не агрятся просто. Смотри, это просто я зашел на ранчо и вижу сразу тонны зомби маленького эндера какого-то. Это нормально вообще? Я в ранчо. Недалеко от базы поворачиваешь направо и бежишь. Направо? Смотри, тут берсеки, зомби есть разные. А, еще я не буду спойлерить, да что мы добавим. Налево. Давай я тебя заберу. Я тебя забрал. Пиццы. Что там? О, а ты баф с меня сними. Чтобы люди увидели, как это прикольно. Бегать в шлеме ночного зрения. Оп. И все. И все. И у меня вот так. Та-та-та-та-та-та-та. Что из него выпало? Из него какой-то алмаз. Ой. Я испугался и подумал, это ты. Смотри, из этого ничего не выпало. Короче, можно будет гриндить. Из мобов будут падать разные всякие вещи. Разные там штучки, которые можно будет в городе менять, квесты, квестовые вещи будут падать и прочее. Да еще я город вижу, пойдем в город. Там разрушенный идем. Город. Еще, кстати, этот шлем вроде бы скорость дает, да? Да, скорость дает. Ты можешь на него навести, там написано, он дает скорость. Мы с Дэчем на самом деле можем снимать на этом сервере видяшки какие-нибудь, то есть... PvP, ребят, все за PvP, снайперы. Да ты промазал. Я как в папке, знаешь, за деревом вот так вот стану. Да. Чем занимаются админы? Стреляют друг друга с креатива, да? Отлично. Так, да ладно, я перелечу просто вот туда вот со стены. И вот, тут город, в городе уже намного сложнее будет, потому что можно будет искать разные больше проходы. Спаун мобов, во-первых, да, идет. Больше спаун мобов. Так тут и спавнеры не, в некоторых местах закопаны. Всякие разные вот такие вот. Вот, например, я вижу, вот тут есть спавнер. Ну тут можно, короче, встать и просто добывать, да? Тут где-то спавнер. Я знал, видишь. Есть разные места, где можно будет залазить. Еще на карте будет немного, как-то объяснить-то правильно, ломаться стекло. Ну, то есть, да. Все блоки нельзя будет ломать, можно будет ломать только стекло. То есть, если если вы находите какой-нибудь магазин, и вдруг он закрыт, полностью закрыт, ни одного входа вообще нет, да, вот все закрыто. Что тут? Стоянка для велосипедов, отлично. Вы можете просто стрельнуть в окно, если у вас есть патроны, и зайти в него. Здесь только заделаешь потом, хорошо? Вот. Города, не знаю, будем ли мы откатывать вот эти вот защиты стекла, да, чтобы... Ну да, может быть, раз в неделю будем откаты делать, и стекло будет восстанавливаться, чтобы надо было заново все разбивать и пролазить. В некоторые места добраться можно только, если правильно сломав стекло. То есть, знаешь, лесенку из стекла выстроить такую и залезть туда. Смотри, кого я нашел, тут какие-то зомби-криперы, это просто пипец. Ты представляешь, что такое подойдет к тебе и... А ты выйди из ГМ-ки и попробуй. А еще самое прикольное то, что некоторые зомби, они, смотри, вот стаями могут спавниться. Вот эти вот. Это еще они еще не горят. Ты знаешь, Дэч, они не горят, короче, на солнце. А я могу в тень включить, только надо очки снять, а то это будет ужасно. Смотри, Элвис пришел. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот. И мы с Дэчем, короче, анонсируем
выпуск этого сервера в скором времени. Будем, короче, делать обзорчики разные. А если вы напишете книги, много хороших комментариев, мы ускорим этот выпуск. Да, да, да. А самое классное, что тут еще будут разные, короче, эти транспортные ветки, то есть можно будет найти неписи и летать от одного места к другому. Возможно, потом локации будем новые вводить. Ну, летать вряд ли можно будет. Этих, как его, рейд-боссов будем вводить и так далее. То есть какие-нибудь локации будем такие жесткие прям делать, чтобы... Что тут? Сообщество «Белая палка». Ну, понятно. Смотри, какого скелета нашел. Смотри, вот это охранник. Да это охранник был. У него был в руке. В руке, смотри, у него. У него Макаров там. Кстати, вот тут, вот смотри, вот тут, чтобы перебраться, некоторые люди не поймут. Но тут все очень просто. Нужно просто сбоку запрыгнуть. Вот так. Хоп-хоп. Да, Дэч? Да. Только профессионалы знают, как это сделать. Конечно. И мы уже заспойлерили, да? Заспойлерили. Вот. А мы заспойлерили только один из миллионов способов. Давай мы не будем. Да тут карта. Я только намекну, здесь еще есть тюрьма и канализация. Угу. Ага, давай в канализацию пойдем, чтобы нам там наваляли, да? И дропнули все наше оружие. Конечно. Нет, только если в следующем видео или в каком-нибудь. Смотри, тут какие-то домики забитые. Не стреляй в меня. Да не стреляй в меня. Прорисовка, кстати, очень далеко стоит. Мы, короче, давай я вот отстань, мучились. Я буду отходить. Да подожди, я сейчас возьму снайперку. Она прицеливается. А, это не та снайперка. Дэч, у тебя есть снайперка? С прицелом? Нет, с прицелом. Сейчас. Ну помнишь, ты мне давал? Ради прицела, да, нужно? Да. Чтобы вот помнишь, как ты мне предыдущую там давал какую-то, это мне не нужно. Да. И вот смотри, мы работали над оптимизацией немного и сделали так, что вы будете видеть настолько далеко, что если вам будет мало, мы просто, короче, немножечко еще подкрутим. Вот давай, Дэч, ты туда бежишь, а я туда побегу. Вот ты туда? Давай, я туда. Я еще буду на тебя смотреть. То есть, вон, я тебя вижу. Я все еще вижу, уже ник не вижу, но тебя вижу, понимаешь? Оп, все, не вижу. Это сколько получается? Это блоков 200, наверное. Больше, да, наверное? А ну, подойди чуть-чуть. Не вижу. О, вижу. Ну, сколько? Давай замерим, наверное. Да нет, ты чё, это... Ты посмотри, какая прорисовка. Можно будет еще дальше поставить, чтобы люди могли просто, знаешь, кемперить. Вот так вот сядут кто-нибудь тут на вышку на какую-нибудь. Ну, просто вот насколько Майнкрафт позволяет, там, с максимальной прорисовкой, настолько и убивать. Есть очень много разных секретных путей, туннелей разных. Вот, вроде бы просто дом стоит, да, что тут? Будка утилит. Что? Вот, есть вот волшебный рычаг, его дергаете, и там дверь открывается. Ну или нет. Короче, не буду спойлерить. Если вас заинтересовал этот сервер, пишите комментарии, ставьте лайки. Вообще, будем читать отзывы. Если вдруг что-то придумаете. Вообще, бета-тест можно сделать и запустить сюда кучу народу. Пусть бегают, развлекаются. Да, попробуйте. Тут чисто если люди хотят попробовать, что это. Кто тоже так хочет, ставьте лайк. Ты чье стекло разбил, походу? Молодец, построй обратно. Смотри, я нашел, короче, торговый комплекс. Буду сейчас сломать. Кстати, слушай, на него можно за... Я, короче... Еще последний вот кадр и все. Смотри, тут есть лиана, но на крышу она не выпускает. Но если быть умным и полезть вот так вот с краю, полезть, а вдруг там сундук еще будет, смотри. А потом просто вот отсюда сбоку вот так вот чпоньк, и ты вот тут всех можешь вообще ловить и убивать. Ну, сундуки, а ты посмотри, как крыша. Отсюда видно всех, кто передвигается по городу. Просто сидеть тут и кайфовать, да? Ну, мы еще неписи расставим, еще будет интереснее. Чтобы всякие разные монстрики бегали, дополнительные или задания и прочее. Все, короче, не буду больше показывать, все. Всем пока, ребят, ставьте лайки. Можно же еще вот так вот. Ага, какой-нибудь потом вот так вот стреляет. Хватит! Мне это все восстанавливать потом. Все, всем пока-пока. Изверг. Всем пока-пока.